Сегодня 16 июля. Мы загрузились на гуманитарную помощь на Святогорскую лавру. Овощи, фрукты, мука и много всего остального. Даже хоть бы скоростя переключать. Молоко есть, вода, вещи здесь лежат. Хлеб, полная машина. Так, едет с нами еще одна машина. Тут тоже. А что у тебя здесь, Саша? Яблоки, да? Яблоки, пайки, пайки, да? Туалетная бумага, секонд-хенд, прокладки, принадлежности, ну, для бритья, вот. У нас для животных. Две машины едет, получается. В лавру везем груз. Все, слава богу. Идет разгрузка машины. На зелье пока. Так, ну мы разгрузились. Машины разгружены. Будем скоро собираться уезжать. Будем бабушек забирать. Или бабушку, мужчину будем забирать с собой. А, клумбу. А клумбу уже сделали, да? А нет, прилет. Прилет старенький остался, да? Засыпали мусором прилет, да? Это старый. Это старый, это еще. Да, машины побило. Да, да, бачка, я помню. Я еще был здесь, да. Идем на 14 корпус. Сегодня там был прилет. Потом пройдемся по набережной. Дорога в 14 корпус. Тоже здесь были немножко прилеты. Давно. Да, там мы ехали, там по левой стороне. Было все. Были прилеты по левой стороне, когда мы ехали еще там, наверху, где скид. Да, господи помилуй. Это тоже, это ж мина прилетела, да? Вот обратная. Это мина была. Это давно было, да, батюшка? Это давно было, да? Это старый прилет, да, мина. Это, наверное, тогда мина прилетела, когда обстреливали 14 корпус тоже с той стороны, да? Ну, я помню, что у нас все здания дергались. Пятая там, по-моему, дом древа моста. Вот в этих. Тоже прилетало. Даже туда попало. Вчерашний, да? Разорвало хорошо. Тут же снаряды, которые били по горечке, уже дали на шпиле. Да, вечером раньше было красиво. Выходишь, постоять, посмотреть. Птичек послушать. Да, господи помилуй. Заходим, да, Лашка? Заходим.
Аккуратно, только чтоб не, там, не подвернуть ноги. Аккуратно, аккуратно. Вот тут лежат братья. Вот здесь люди, да, лежат, да? Здесь лежат люди под этим завалом. Ага, это мина при... Башка, какого это было числа? Ох, я не скажу. Это число 5-го. Это... Ну, это было в начале июня. Это... Ну вот мина, видно, куда мина влетела, да? С той стороны горы. Влетела мина, это была 207-я, а упала на 109-ю, да? Ну, я номера не знаю. Там, ну, я помню, я здесь жил, да. Ну, вот здесь под завалами лежат три мужчины. Эдуард, Иоанн и Александр. И достать их не получается, да, мальчик? Ну, тут же постоянные обстрелы. Ну, как вас? Ну, я помню, тогда из-за обстрелов... Да, из-за обстрелов не получалось. Точнее, не давали. Поднимаемся на второй этаж 14 корпуса. Господи, господи. Тут хорошо. Здесь нормально, да? Там еще лучше. Да. Идем. Ну тут понятно, вот смотрите. Ну да, здесь дырка. Здесь просто дырка. Ну, вот, даже перекрытие рельсов. Башка, эта мина влетела в окно. Она в окно влетела, взорвалась. В окно, да? И взорвалась именно здесь. И именно тогда, когда они пришли. То есть, ну кто-то смотрел на это. Они зашли и туда запанули. Да, больше понял. Прилетов не было. Вот что я. Я понял. По горе бьют, а сюда больше пока прилетов не было. Дай бог, чтобы не было. Идем на третий этаж, да? Да. Ух, даже горело, да? Там все горело. Там же... Тепловато, по-моему, еще советское, вон он висит. Угу. Попал снаряд, и он разорвался. Он вздыбил всю крышу. Все это загорелось. Еще все болит. И сегодня утром загорало. Сегодня утром затушили. Бегали там, братья. Да. 16 июля. Башка, это вчера было, да? Утром, вечером? Нет, это было где-то, наверное, в обед, а разгорелось оно ближе к вечеру. И нам сказали убрать машины. Там машины стояли. Угу. Мы побежали за машиной, мы уже смотрим, они планят. Вот, начали тушить. Машину убрали, кроме одной. Да, прилет был хороший. Не то, что хороший. Ну, снаряды. Да, я понял. Потому что крышу подняло так, что просто залетело. Там же на горе наваляется. И внизу. Это уже осколками подожгло. Выходим, да? Ну, смотрите, я просто не знаю, на что это смотреть лучше. Ну все, на набережную пойдем. Да, да. Ну, с той стороны то же самое. Или чьи-то, не знаю. Народ тут жил. Пожили люди, да. Собачки какие-то. Детские игрушки. А какие-то кусок велосипеда. Он созвонится с вас? Да. Да, может, и она как-то скажет это, где там, куда можно прислать. Угу. Потом... Это котельная, да, тоже разрушили, дачка? Да, там котельная, прилет с котельной был, там трубы. Ну, что-то загорелось вдалеке. Котел один точно разрушен. А, там еще, там, наверное, еще один поврежден. Ну, тут зимовать, ну, я не знаю, кто сможет. Так, а это наш... 9-й корпус. А что, не откроют, да? Ну,
изучать, надо будет просто узнать там. А, ну Артем же был здесь, бочка. Артем же был. Артем, еще открой нам, пожалуйста, набережную. Артем. Машка, молите Бога о нас. Ого, вещей привезли сколько, да? Добрый день. Сколько привезли вещей, да? А что там Слава? На месте? Так, стреляют и славянство. Да. Там она же там сестра, да, жила в Днепропетровске. На какую сторону? Да сейчас пойдем на набережную, пройдемся. А, ты снимаешь, да? Да. Ну да, это там мы ходили, да. А вот эту дырку не было, бачка, видно. Оттуда, с того, откуда мы. Ну это получается, дырка это куда прилетел снаряд и осколками все разбило, да? Два снаряда. Два прилетало снаряда. Да, дырку не было туда видно. Ну да, дырку, где мы стояли, не было видно. Да, наверное, это Покровский было. Собор, да. Было несколько, но все подумали, что с фаворитов не прилетело. Оказывается, видно сюда. Сейчас увеличим. Да, где мы были, там не было видно. Говорят, колокола целые. Ну, это сбоку прилетело, получается. Сбоку. Вот если так стоит, за нашими спинами. А тут куда? Как кто стреляет, вообще непонятно. Да, дырочка хорошая. О, за нами смотрят. Жужжит. Они не будут бросать. Они должны. Эта башка тоже прилетала, да, получается? Это за нами смотрят. Там в бронике, наверное, что-то есть. А, ну а кто смотрит? Да, ну, эти ж. Ну здесь же тебя пропускали? Ну да, да. Ну да ладно. Да, получается, бачка. Что-нибудь у другого не здесь, чтобы в голове было. Сбоку прилетело. Что сбоку, а этот вообще прямо прилетел, как будто зарядить. А это прилетело? Мне кажется, это вырвало наоборот на эту сторону. Ты думаешь, это разрыв? Конечно. Это было, да? Бачка, это был разрыв, и стену вывалило на эту сторону. Может. Ну смотри, 15 сантиметров 40-50. Ну так если мощный взрыв, то конечно оно, мощный, да, оно разрывает, бачка. Это выпало. Это не влетело, это выпало, скорее всего. Ну то, что оно выпало и обсыпалось. Было спокойно, да? Ну, нет, ну в 5 утра мины прилетели за 14. Прямо за 14 прилетали мины. Угу. В 5 утра. Ну, может, без 20. Все еще. О! Но ее не видно, как летит, да? Это снаряд. Это не мина. Мина так не. А, снаряд, да. Мина свистит сильнее. Мина, она... А, ну да, снаряд бас пошли. А это снаряд. Мина же, она по другой траектории летит. По другой траектории. Это тут все пошло. Начали за горы отстреливать, да? Пока. А Никольский мы не смотрели, бачка. Да он пока целый. Ну, а Никольский. Под часовню. Вот в гору ниже окон. Прилетало туда. В гору ниже окон, да? Ну тоже снаряд прилетал. Вот уже. Ух! Летят. Сейчас упадет. Это на Арсеньевск. Это туда, на Арсеньевск. Ну все вроде там. Покровский собор. С этой стороны.
И здесь был под елочкой. А здесь был бачка прям под елочку прилет, да? Ну да, я еще был здесь. Здесь прям под елочку был прилет. Опа. Бачка благословил, отец Евтихий. Сходим к Божьей Матери, приложимся. Господи, помилуй. Иду потихонечку. Ой, Господи помилуй. Это собор Успенский. 16 июля 2022 года. Бачка, а запах горелого есть, да, в храме? Окна все же разбиты. Окна разбиты, все залетает. Это окно разбило. Не, здесь не снимал. Ну, залетело. Я с той стороны снимал, это когда залетело, а, разбило да, окно. Залетело сюда. И осколки побили. И осколки стены побили, да. Ну, контур не зацепил. Может, мы это прокладываем все идем, да? Вот что благословите. Святі язи моліть Бога нас. Бачка, водичка есть?
спасибо, Господи Боже.